Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю проходить Южный парк. Как вы помните, мы находимся в Канаде, и дальше изучаем локации. Добро пожаловать в Виннипег, это консервативный городок, поэтому веди себя хорошо, но делай, что хочешь во всем остальном. Ха. Так, да, давай посмотрим твои товары. У меня всего лишь $10. Меч Фламберг. Блин, было бы прикольно, но, увы. Потребляемые вещества. Оружие на ревнях. При атаках игнорируется до 200 брони. Прикольно. Получи бонус 20% здоровья после магической атаки. Неплохо, кстати. Весьма хорошенький такой амулет. Так, быстренько сейчас... Что это за изменение поколения видеокассет? Считает это азбукой для тех, у кого начались менструации? О май гад. Положительный тест на ожоги от вагинальных. А, похоже, у кого-то тяжелые случаи ожогов от вагинальных газов. Че? Ужас, как это возможно? Они же... Как? Там же никакого конкретного газа не... Ладно, окей. Я случайно снова... Я думала, что сейчас здесь это... Сломаем, а на самом деле они... А вот дровосек опасно, особенно докучают эти лютые медведи. Ну да. Прикидываю. Так, а я цветочки не могу ломать? Прикиньте, могу и цветы ломать. А чё, деревья тоже? Не. Блин. Кленовый лист. Ну ладно, буду знать. Что, оказывается, я могу и цветы поломать. Говорят, что два канадских монаха живут на острове Ванкувере. Этого бедного гражданина загрыз лютый медведь. Ты знаешь, любит медведя, не так ли? Это как медведь, только лютый. И чё, всё? Прости, приятель, но там лютые медведи. Ты же в курсе, что такое лютый медведь, да? Да дай! А как мне его прибить? Странно. Почему мне не дают им помочь? А, может быть, сейчас мне квест дадут, кстати. Так, это не второй этаж? Нет, это стенка. Ладно. Тут тоже какой-то мэр, видимо. Очень много у нас представителей властей. Да, написано по-канадски. Но почему я должен помогать иностранцу, когда Виннипег наполнен лютыми медведями? Вот что, убей всех лютых медведей, находящихся к северу от города, и я помогу себе, чем смогу. Во! Во! Уничтожь лютых медведей Виннипега. Все, и он отошел. Я, по-моему, первая успела. Ух ты, их трое! Хватит меня пихать. А чё у вас там вообще? Уязвимый к шоку. Оглушённый. То есть их бы вообще разрядом молнии жахнуть. Ну, давайте попробуем. Ух. Так. И молот бурь. Они все в рядочках стоят, поэтому вообще изи. Отлично. Надеюсь, они просто спят. Определенно. Так, расшкура. Эй, дай залутать деньги. Эликсир. Так, все нормально же. А где еще шкура? Все, третья шкура. Очень странно. Канадский самоцвет. Так, сюда не могу. Ну ладно.
Слава богу, ты все сделал. Посмотри-ка на эти шкуры люто-медведей. Ну, наконец-то я смогу сделать люто-мантию. Ладно, давай сюда свой документ. Да, это написано на языке Восточной Канады. Мистер Монреалис может это перевести. Но я боюсь, что принц заточил министра Монреаля в пещерах Квебека. Я поговорю с принцем. Вернись к нему, и он тебе даст поговорить с министром. Ура, у меня будет самый шикарный люто-мантия во всей Канаде. Я могу сделать себе прекрасную лютомантию из шкур 10 людьми-медведей. Ты знаешь, что лютомантия, не так ли? Это, типа, если что, дополнительное задание. Так, выпукивающих пещеры победи его. Наверное, там справа на карте это было. Скорее всего. Так, граф. 93-й друг. Скорее всего, это там. А мне бы мимо пройти. Шит. А че сразу двоих-то? Пипец какой. Больно, между прочим. Давай, хилься. Жесть. Так, а к чему у них уязвимость? А, уязвима к огню. Все, зашибись. Как сильно побило на самом деле. Ну ладно, хотя бы я сейчас переоделась и все такое, поэтому мне в принципе нормально. А, я поняла. Я иногда не ту кнопку мыши нажимаю. Поэтому так происходит. Так. И деньги, и эликсирчики. В общем, все вместе. Я первая. Еще просто пирошаром. Немножечко бы еще урона, да, для этого всего дела. Я просто в прошлый раз по КМ нажала, поэтому у меня и выдает типа поздно. Вот. Ну ладно. Я теперь хотя бы поняла, где у меня косяк все это время был. Да УЗИ! Канадское блюдо путины. Оу, как он большой. Вы будете нас насиловать? А ты хочешь? Иммунитет к магии, уязвим к святости. К святости. Ладно, это вроде не магия. Это ж пирошар, это бомба, ракетка. Отлично. Так, и давай, наверное, молот правосудия. Давай, молот правосудия. Это был самый лучший бросок, который я когда-либо видел. А чё у него корова сейчас была, это... Лоу? Или катаной порежем? Блин, я хотел проявить милосердие. А я нет. Все, мы сделали это задание наконец-то. Все. Перчатки варвара. Не, ну хорошо, я хотя бы сейчас выживаю уже. Что у нас тут за сундук? Прическа варвара в стиле 80-х, тарелка с готовым ужином, крафт динер, канадский самоцвет, замерзший кленовый сироп и целебный эликсир. Прикольно. Мешаются, давайте их тоже прирежем. Я бивала, ребята, покрупнее тебя, но, во всяком случае, это дело новичок.
Ой, снова пирошаром. Как бы классика. Абсолютно одинаковая на их тактика. Мне стрёмно представить, на самом деле, снова, как я в прошлом выпуске реально с ними никак не могла побороться, и меня почти убивали, и поэтому приходилось прибегать, собственно, к помощи разных героев. Это странно было. Так, Королевство Канада. А что там находится вот там? Я смогу туда пройти? Но бьют они больно. Другое дело, что я им потом ничего не дам сделать. А почему снова-то? А, их четверо было. Блин. Я теперь в сомнениях, может быть, надо было хилку. Ну ладно. Ага, это не на всех. Тогда хилим нас. И убиваем, получается, только двух. Остальные сгорят? Все. Это было не очень удачно, если честно. Ну, ладно. А, то есть все, я здесь ничего, да. Ну да, Канада, там холодно. Карта. Так, а мне нужно было в какой город? В Оттаве. А, ну да, в первый город вернуться, получается. Окей. Ты не здесь, что ли? Не. Так. А где? А вот он. Вот ты где. Как я понимаю, ты хочешь, чтобы я освободил министра Монреаля. Я бы помог, но мне кажется, что это очередная провокация со стороны епископа Банфилда, чтобы позволить Монреалю снова присоединиться к королевству. Некоторые канадцы считают, что наша нация должна быть единой, милорд. Заткнись, кто ты вообще такой? Слушай, это все потому, что я епископ Банфа либерал. Он делает все, чтобы моя жизнь была трудной. Я прошу тебя исполнить еще одно благородное задание. Отступай в Банф и убей епископа. Убить епископа Банфа? Убей епископа Банфа и в доказательство содействия. Принеси мне его яйца. Сделай это, я позволю тебе войти в катакомбу Квебека. Поторопись. А где он находится-то? Еще раз. Погодите. Не, я помню, что мне писали в комментариях. Доберись до Банфа. А! Банфа это город называется. Да, не. Все, я поняла. До меня дошло. Нет, не сюда. Блин, там медведи, смотрите, какие. Что за змеи? Змея? Что это? Да, две змеи. Я надеюсь, ребята, вы не будете на меня в обиде. Так. Окей. Блин, надо было ударить. Я все время забываю. Пофиг, у вас мало хпшка на самом деле. Отлично. Ты еще тот авантюрист. Змеи какие-то. Че за хрень здесь происходит? Столько животных появилось разных. Так. Крабов ловить это, конечно, не чай. В кобрике гонять. Ну, как по мне. В общем, они здесь все упоранты.
Слушайте, а мы же тут были, да? Ну, канадцы Банфы очень религиозны. Ага. Видимо, сейчас будет что-то интересненькое. Принц думает, что в Канаде монархия, но богом клянусь, не все так считают, прости господи. Это что такое? Кому, мать его, пришло в голову бить епископа? Наемник. Так, какие у тебя уязвимости, какие у тебя бафы? Босс, иммунитет к магии. Понятно. Ну, на самом деле, на тебя пирошар надо кинуть просто. Ой, я что-то прослакала момент начала. Но вроде успел. Отлично. Так. Профессором хаоса. Ну-ка, молот хаоса. Он не уязвим, правда. Собственно, этот Филипп Симмельянином. Чего? Я не поняла это слово. Так, катаны. Давайте молотом. Не ведает, что творит. Причастие. О май гад. Выхилился. Хотя, наверное, сейчас он... Ага, понятно. Я подставлю другую щеку. А он особо-то и не атакует нас. Обратите внимание, как... Бонусный урон праведный. Окропить нечестивых. Помни золотое правило. Так. Эликсир силы. Ну, хотя можно и катаной, в принципе. Ура, мы победили. Хорошо, хватит, хватит, умоляю, тебе не надо меня убивать, я уйду, и принц никогда не узнает, что я жив. Пожалуйста, возьмите яйца для Ветра и скажу принцу, что они мои. Окей, возьмем их яйца, да. Иди с миром, сын мой, это останется между нами, да, хорошо, что я так запаслив. Бедный лютый вепер. Ну, я бы на самом деле и без совета в комментариях его бы, скорее всего, не убила, в принципе. Ну и что? Вот, ну, окей, спасибо. Слава Иисусу и Богу. Мы же все-таки не просто убийцы. Есть возможность не убить. Я постараюсь не убить. Постараюсь. Ключевое слово. Так. Ну, сейчас забавно, как будто в другую игру играешь. Ну-ка. Он мертвый, его убил? Ура, я с епископом теперь религия точно не будет мешать делам государства. Как нам тебя отблагодарить? Вы сказали, что звоните министра Монреаля, милорд. Извини, не могу. Нет, министра и епископа не нужно переживать за трон. Но, милорд, мы обещали. Ты. Скорее, ты должен поговорить с графом Виннипега. Он поможет тебе пробраться в катакомбы Квебека. Передай это графу. Торопись. Принц Канады. Друзья добавился. Бедный епископ, я буду долго оплакивать его. Боже. Так. Оттава является столицей всей Канады. Канадцы здесь, конечно, такие забавные. Так, Виннипег. Ну, давайте. Я могу сделать себе прекрасный автомат. Что? Подождите, я не сюда прибежала, да? А, ванкуверскому. Что-то я Виннипег подумала. Каждый раз разные здесь твари.
Но благо их всех пробежать можно в большинстве случаев, поэтому нормально. Многие прекрасные фильмы были сняты в Ванкувере, все они были о бревенчатых избах и маньяках. Так. Письмо от принцессы? Что за... Здесь написано, что принц причастен к убийству епископа и несправедливо арестовал министра. Молодой человек, если ты желаешь войти к катакомбу Квебека, то тебе надо поговорить с монахами, проживающими на юго-востоке города, только они могут обучить тебя такой магии. Говори с монахами. Так, то бишь... На юго-востоке Ванкувера? Welcome to Vancouver, the San Diego of Canada. Э? А, еще ж ниже есть. Кто ты? Может быть, он тот американец, который все говорят, Терренс? Нет, не может быть, он не знает. Не может быть, мастер заклинаний даже не знает магию, скорее всего, даже не знает, как пердеть. Боже мой, кто их назвал монахов? Почему именно их? Почему именно они монахи вдруг? Терренс и Филипп, вы ужасны. Вы ужасны. Так, сейчас, секундочку. Ага, все равно сюда не могу, ладно. Какой звук производит Танос при пердеже? Теперь ты знаешь. Кто ты? Так в смысле? Примени рев дракона. А. Но я была близка. Он знает рёв дракона. Любой ученик-волшебник может делать рёв дракона. Это вам не в ладонь пердеть и бить ей друг друга по лицу, Филипп. Так, что вы хотите дальше? Герцог Ванкуверский, принц Канады, епископ. Воню чара на Тернерса. Он может повелевать воню чарами. Так. Да блин, я все время путаюсь. Рев дракона на Филиппе. Не Шептун тогда? Шептун? Впечатляет, он все-таки достоин нашего обучения. Да, готовься, дитя, настало время научить тебя настоящей магии. Не-не-не, Дэвид Блейн, не надо. Только не уличная настоящая магия. О май гад. Твое мастерство впечатляет, молодой Янки. О май гад. Последний раз я видел такое еще во времена Эрика, громогласные штаны из Новой Шотландии. Но теперь ты должен научиться контролировать мускулы своего ануса так, чтобы изменять частоту заклинания. На большие объекты магия может не действовать, но у меня есть как козырь в рукаве. Нагасаки! О, боже. Вот, смотри еще раз. Теперь попробуй сам, будь уверен в себе. А, надо было дальше удерживать. Сосредоточься, тушься сильнее. Представь свой анус, а теперь сожми его так, как ты складываешь губы. Поцелуй трубочкой, трубочкой. Ну, вот, смотри еще раз. Ага, я поняла. Надо дождаться. Теперь попробуй сам, будь уверен в себе. Вечно у меня с этим обучением из-за этого проблема. Вот так. Теперь давай посмотрим, как Нагасаки работает в бою. Эти три педофила из Альберта разрекут с тобой, если ты не наваляешь им с первого раза. Нагасаки! О, боже. Вот так, в тебе есть сила! Жесть.
Ну, молодец, теперь иди и используй свой анус во благо народа. И никогда ни за что не пукай ни на чьи яйца. Боже. Так, ладно, Теренс и Филипп, 98 друзей уже, пипец. Ты должен был сейчас идти в катакомбу Квебека. Ты никогда не должен принять этот покой на зла или на яйца. Бам-бам-бам. Проберись в катакомбу Квебека. Так, ну там пока нам ничего не надо. Я просто так осматриваюсь, и что еще? Где у нас Квебек-то был? Да отвали! Банф, Оттава. А, вот эти вот пещеры. Я успела. Я успела. Ага, они же. Выбери заклинание Нагасаки, а затем нажми G, чтобы начать тряску. Удерживай правый стик. У вас очень странно это все. А, она сама уничтожается же, окей. Мне бы сразу сказать. Здесь очень странно. Блин, Ubisoft, камон. Почему у вас косяки иногда с описанием управления? Окей, я первая. Надо было, правда, на них что-нибудь применить. Не думаю, что мы сработаемся. А то я ни хрена не применила в итоге. Вообще у всех разные слабости, но... Но, в принципе, нормально ударило, кстати. Вполне себе, даже местами. Хоть кого-то мы прибьем. Лазерное зрение. Чё, хрена себе, медведи. Ауч! Так, нет, подмога не... Блин. Все, я поняла, дошло. На всякий случай я похилюсь. Я, скорее всего, правда, сейчас их убью. Да. Тут, благо, уже никого не осталось почти. Остался один мишка, который все уже. Он отсюда уже не выберется. Отлично. Блин, я хотел проявить милосердие. Меня забавляет, как караулили все вот эти вот существа. Нашивка варвара, деньги. Но мы явно стали сильнее. Нашивка замерзший череп. Мы явно стали сильнее после того, как этот армор на себя надели. Это прикольно, это хорошо. Вон, ему просто страшно было пойти. Канадский склад, доспехи варвара. Скорости. Дали ачивку шапоголик. Видимо, собрать какие-то сеты. Так. Простите, я так ни хрена не понимаю. Он на канадский перевел или на какой? Принцесса Канады тоже добавилась, друзья. 100 друзей! О май гад. Так. Министр Монреаля, ты истинный герой Канады. Ну и мне, кстати, все. В принципе, я в Канаде могу уже и не оставаться. Ну, блин, придется весь город, кстати, обследовать, исследовать, чтобы... Новое сообщение от нее.
чтобы... А, это сообщение. Чтобы выяснить, собственно... Какие места, вот помимо канализации, например, да, у нас остались, которые мы именно можем разбить. Поэтому я буду их искать. Снова вся крыша поехала. Я буду их искать, и, соответственно, как так, на что они там были? А, к шоку, да. И потом вставлять уже, наверное, в выпуск как-то. Прекрасно. Посмотрим. Много я найду или мало? Вообще там достаточно много всего было. Я прям сам матером стал. Много вроде было разных мест. Ну, канализация была. Еще некоторые. Че такое? Такая музыка заиграла, почему? А! Мне сюда заходить не обязательно было. Все понятно. Отлично. Выходим из Канады. Хватило себя к нам, да? Впрочем, прикать тебя, вот меня не стал бы. Ждать, пока нас кто-то спасет, ну да, конечно. Погодите, да, замечательно. На фирму я, видимо, пришла. Вот и прекрасно. Что я совершенно не уверена, сколько у нас тут еще осталось. Мест, которые мы, в принципе, могли бы как-то и... Что-нибудь новенькое для себя сделать. Пойду я для Джимба сдам заданица. По-моему, там я что-то могла сломать. Но, возможно, я путаю. Возможно, я путаю. Канализацию точно надо будет. Ну и так, по мелочи посмотрим. Большая охота. Ох, ненавижу пауков. Надеюсь, ты выбил из него всю душу. Так все. Кого еще прикончить-то? Я всех прикончила уже. Так, что у тебя там есть? Дательное оружие одноручно. Ну ладно, хрен с ним. Меня пока все устраивает. Арбалет протыкания. Блин, но он уже не такой интересный. А, отлично. Нет, и Джимба добавились. Ключ Джимба. Значит, я могу туда наверх пойти. Давай. Вот сюда. Деньги, топор подземелья, замедляющие гранаты, китобой с Аляски. Блин, прикольно. Нашивка белый кит. Замедляющая граната. Звучит, конечно, круто. Само по себе. Хотя можно с ними еще раз поговорить. Погодите. Может быть, что-нибудь новенькое скажут. Вряд ли, конечно. Так, окей. Ты напомнишь мне парня, с которым я служил нами. Окей. Окей. Окей, окей. Блин, ну я так гуляю по городу, и что-то я и места особо не могу найти. С другой стороны, прям вечно все собирать, прям так, чтобы вот вообще подчистую. Я и не хотела, как вы помните, изначально. Но хотелось, конечно, максимально как-то затронуть это все, но... Ладно уж, пойдемте в канализацию. Не будем так сильно на этом акцентировать внимание. Еще раз спасибо за советы. Если вы мне потом подскажете, где я что пропустила, это все равно забавно. Единственное, что да, я уже не смогу как-то это... Ну... Перепроходить-то я не буду, правильно? Так что сейчас разобьем здесь и, наверное, на этом успокоимся. Я еще по дороге нашла маленький клад. Вот здесь. Деньги, нашивка, горящий череп и какашка. Вот это место.
И оно очень сомнительное. Но, видимо, вот именно здесь нужен был Накасаки. Биберзавр. Биберзавр? Боже. Человеки, вы разрушили единственный портал между нашими мирами. Теперь крабий народ может поработить все человечество, и все это благодаря тебе. Спасибо, дружище. Серьезно? Привет другу крабьего народа и предателю человеков. Твои анальные подвиги никогда не забудут. Да пожалуйста, если честно. Крабовый шлем, крабовый панцирь, крабовые клешни, медуза. Ой, это забавно. Так, ну, побиться с ним нельзя, подраться. Но это очень забавно, правда. Это прикольно. Ну, окей, хорошо. Мы договорились, мы поняли, мы приняли. Собственно, мое исследование, наверное, закончено пока что. Ну, а в следующий раз, ребят, как всегда, мы продолжим проходить дальше Южный парк. Посмотрим, чем вся эта история закончится. Надеюсь, что чем-то взрывным. Возможно, посмотрим. Но, тем не менее, надеюсь, что будет очень интересно. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось. Сейчас прочитаем еще сообщение от него. Мне снится один и тот же сон, сижу я в теплой ванне, и вода становится еще немного теплее. Затем я прихожу в себя весь мокрый, с выделениями из панциря. Жуть. Через несколько недель мы опять собираемся на охоту, если хочешь присоединяться, попросите родителей. Будет здорово, здорово, гранаты с запалами. С запалами. Жду, как всегда, ваших комментариев. И всем пока-пока. До встречи.